Маленькие истории – это не просто приложение со сказками. Здесь ваш ребенок является главным героем. Укажите его имя и пол в настройках, а затем во всех сказках он станет главным действующим лицом. Это еще не все. Вы можете озвучить сказку своим голосом. Нажмите на микрофон слева и затем на красный кружок. Убедитесь, что нет посторонних звуков. После озвучки нажмите на «Сохранить», а затем при открытии книги нажмите на наушники, чтобы прослушать сказку. Вы можете регулировать громкость музыки, чтобы найти идеальное сочетание. Нажмите в центр экрана, чтобы убрать все лишние элементы, и наслаждайтесь просмотром. Скачивайте маленькие истории в App Store и Google Play.